Серафиму. У меня, а тот придет, будет с ним бороться. А дайте мне ее бухать. Тебе ее. Алёна, вперед, нажимайся. Канат такая, качай. Да, давай, прости, он посильнее тебя. Покажи ему. Они в одной категории сейчас. Вот, хорошо. Вперед, да. Да, да, работа. Денис. А что он там хряк называет? Что с кем? С кем? Давай, пока с ним сейчас придет. Ты с кем я сестра? Да, пока сейчас. Денис, пока оденется, он уже все делает медленно. Он в крови. Давай, вот воспитывай его. Одной рукой можно положить. Да, учись, учись. Насильник, надо учиться. Учься насильник, а не наставник. Все, Андрюха, Андрюха. Давай, пиши. Так, вот здесь пиши. Денис! Давай быстрее, блядь. Знаешь, у тебя в крови это все. Дебил. Пока он суп поковыряет. Ты дебил. Да как надеть 3-5 раза? Дебилой быстрее. Раз, раз. Дебилой, раз, раз. Нет, он. Олег, какой. А, на поясе. Ладно. Да где куфер? Ай, Артур, давай, ты мне сказал, что поломаешь. Давай. На поле за него тоже поднимай. Саша, давай, борись. Борись, борюсь. Саша, он один вес, один год рождения. И он три раза не пять сильнее тебя. Сколько пресса? Как пищать? Пресс, сжимание. Ноги подключаем. О, я Дмитрий Фетича на самом деле делать кимоно. И пресс греет. Да, да, давай, 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 да. Все, минус боли. Начните боли. Да, Дмитрий, что пресс, тренируй, там как на дачу. Вылаг, Дмитрий, блин. Я Дмитрий, блин. Так, Андрюха, давай вдвоем на него. Стягать колечками. Вдвоем на него. Это грабля. Они вдвоем на тебя. Дарина, они вдвоем на тебя. Да, вдвоем, понимаете? Вперед. Один год, один вес, и еще ему. Вдвоем можете. Не один. Саша, Борис. Андрей, нам было сразу нападать, когда он был занят. А вы ждете. Перестраховывай. Даем, даем, вот так, да, давай, да. Один за одну руку, другой за другую. Руки разобрали. Андрей, держи руку на. Держи руку. Вперед, вдвоем, один за одну руку. Другой за другую руку. Ой, Саша, ой, Саша. Андрей, Диаша, ломай ногу. Ломай ногу, выкини ногу.
Болевой на ногу делал, Андрей. Умеешь болевой на ногу? Нет, на дзюдо не можно болевой на ногу. Ему все можно. Ему все можно. Пусть борется. Ну это вот, один вес. Почему он в пять раз или раз? Так и его спросили. Ну на вас надо спросить. Почему вы такие слабые? Саша, ты еще не берешь? Злость. Я ему отрезаю злость. Ну, тебя унижает, а ты... Унижаю, блядь. Отрезай злость. Злись! В этот по кругу надо мешать. Катерин, где остальные? А, ты где кругу? Катерин, ты почему не знаешь? Можно в туалет, чтобы нос сырый? Что? Сейчас у него конец. Как это говорили? У него сопли. Что пусть глотает? Давай быстрее. Да, быстрее. Артур, ты Сашу порвешь. Все, я порвил. Где стоял Берг? А? Тебе стоял. Девят Крос? А? Крос Берг. Саша, сильнее, сильнее. Сильнее, Саша. Как он издевался на тобой? Ну, а издевался, смотри, сейчас. Саша, вот его кинокамера была записана, как он издевается. Поломай ногу. Артур. Что ты будешь? Ну что страшно? Жить будет. Вперед, Денис. Осталось 4 минуты. Так, Дарин, иди. Да, построились все. Все построились. А что, боишься? А я не боюсь. Просто Ген Анатольевич. Я не трус, я не боюсь, да? Нет. Все построились. Так, убрали телефоны свои. Где мой телефон? Там лежит. Тренировка. Выключаю его. Что, друг звонит. Так. Значит, еще раз. Тренировка сзади. Завтра есть. Какой день на тренировке? Кто тебе звонит, Фабиан? Боец. Боец, боец. Или Фетин. Боец, боец. Так. Вот эти, кто боролся сюда, сели, сейчас набрасывание. Чья? А остальные построились ближе. А что такое набрасывание?
сели туда, на разговоры, туда. Там только тренера сидят. Будешь тренером, все, пожалуйста, там уже сидеть нельзя. Эй, подлец. Телевизор убери. Так. Итак, кто у нас самый лучший по отжиманиям? Миша. Нет. Миша и... Ботник. Сколько сделал? 23 А у тебя? 24 Значит, 100. Мы будем все снимать, и вот здесь я буду вешать, и вы будете туда. Вот я не понимаю, что вы так нервничаете? Что вы нервничаете? Все, Оленея. Древ. Лайвы Древ. Да, завтра будет тренировка. Так, кто из вас самый толстый? Я. Ты. Иди сюда, одень тапочки. Там вытри, подойди ко мне. Остальные сейчас готовятся набрасывание делать. А, стой, стой, Денис, одну секундочку. Все. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Слушайте внимательно. Завтра в 11 часов... На центральном базаре, центральном рынке, центральном. Не здесь, где мы собирались, северный, нет, центральный рынок. Оттуда идет на Тирасполь. В 11 часов вы должны быть там. Потому что я к этому времени подойду раньше, буду договорять с водителями, чтобы они отвезли вас не на станцию, прямо там немножечко в сторону. И чтобы они отвезли нас прямо туда, чтобы мы не ходили. Если получится, хорошо. Сейчас, подожди. Мы приезжаем туда, нас взвешивают. До свидания. Нас взвешивают. Кто в свою весовую категорию не попал, значит, для всех с 5 до 7, с 5 до полшестого, с 5 до 6.30 будет тренировка. Обязательно всем. Как в прошлый раз? Да, только как в прошлый раз. Три. Должно быть полностью кимоно. Лучше, чтобы это было белое кимоно. Ну вот у тебя такое синее, ну, можно, конечно. А не нужно сразу два брать, белое и синее? Можно. Можно. Значит, еще раз. Там теплые носки. Я не знаю, холодно, не холодно. Нормально. Нормально. Ну, можно. Вопросы у вас какие есть? Да. В субботу. Значит, еще раз. Вот есть отсюда 113, он идет по Измайловской, поворачивает. Сергей Анатольевич, да. Я с Ингрианом завтра тут буду, кто хочет с нами отсюда придет. Там. Ну, я не знаю, договаривайтесь. Андрюха, ты знаешь, что 113? Вот Андрюха тоже в Тагатине, я с ним приду, да? Тут. А, ну вот тем более. Так, теперь я посмотрю документы. Так. Всего.